С местом, где будет располагаться многофункциональный центр в Орске, уже определились. Это переулок Клубный 7. Там уже идут ремонтные работы. На площади свыше 1000 квадратных метров будет располагаться 20 окон. Напомним, что МФЦ должны появиться в каждом городе Российской Федерации. При этом количество так называемых единых окон определяется из расчета одно окно на каждые 5000 человек. Но таких должно быть не меньше 5 в одном многофункциональном центре.